Китай расширяет свою зону влияния в мире кино. Об этом говорит растущий интерес к картинам, созданным азиатскими режиссерами. Накануне в Лондоне открылся 4-й международный кинофестиваль «Китай-Великобритания». Страны решили объединить усилия в деле развития киноиндустрии путем знакомства британской аудитории с китайскими картинами. Далее продолжение темы. Начало фестивалю было положено в 2013 году, когда в Британии прошел показ 40 китайских фильмов. Сегодня мероприятие уже переросло эти рамки и стало полноценным международным кинофестивалем, который проходит в Лондоне. Цель мероприятия – представить в Европе лучшие китайские картины, познакомить партнеров с различными аспектами азиатской культуры и обеспечить общую основу для обмена идеями представителей киноиндустрии. В программе фестиваля этого года 11 фильмов из КНР, включая «Господин 6», «Песня Феникса» и «Мастер». Киномарафон пройдет при поддержке правительств Китая и Великобритании. Очень важно, что люди в Великобритании могут видеть то, что производится в Китае. Важно сделать кино более доступным, чтобы жители Лондона могли пойти в кинотеатр и вместе его посмотреть. Также фестиваль помогает режиссерам и продюсерам, работающим в отрасли, оценить работу друг друга, обменяться идеями. Я рад видеть, что фильмы, которые мы привезли сюда, в Великобританию, в этом году охватывается широкий круг вопросов. Это хороший способ показать экспертам и зрителям новые углы зрения, новые направления, в которых работают наши режиссеры. Представители киноиндустрии из Китая и Великобритании смогут обсудить перспективы отрасли на специальных форумах, которые запланировано провести в рамках фестиваля. Мероприятие продлится 4 дня. Татьяна Климова, CCTV.